В селе Чангар в Херсонской области открыли телевышку, которая будет транслировать сигнал в оккупированный Крым. Теперь жители полуострова смогут слушать четыре украинские лицензионные радиочастоты. А вообще вышка позволит передавать до 7 радио и до 32 телеканалов. Первой в эфир вышла интерактивная программа «Херсон-ФМ». Ее посвятили возобновлению украинского вещания на полуострове.